В Российскую Федерацию из Королевства Саудовской Аравии прямым авиарейсом вернулись 229 российских граждан, включая двух детей, находившихся в этой стране с религиозными, туристическими, деловыми и учебными целями. По поручению главы Дагестана Владимира Васильева прибытие самолета в международный Махачкалинский аэропорт лично проконтролировал руководитель администрации главы и правительства республики Владимир Иванов. Согласно распоряжению главы республики, в целях выявления заболевших коронавирусом граждан Дагестана и регионов центральной части России разместят на обсервацию в гостиничном комплексе. Они будут обеспечены всем необходимым. Граждане из КФО в количестве 90 человек, прилетевшие этим же бортом, направлены спецтранспортом по месту проживания для прохождения обсервации. Сегодня с территории Саудовской Аравии прилетел борт с российскими гражданами. По поручению главы Республики Дагестан мы их размещаем в обсерваторе на территории республики. Там 140 граждан, которые поедут в обсерватор. Все остальные граждане – это представители северокавказских регионов России. Все субъекты из КФО посчитали необходимым забрать своих жителей и поместить в обсерваторе на их территории. Мы знаем, что на борту находятся дети. Двое из них – это дети грудного возраста. К ним будет особое внимание со стороны медицинского персонала.